Ну что, Сергей, привет, мы продолжаем проходить с вами Metro Last Light DLC. Две мы с вами DLC-шки прошли, я сейчас когда зашел, написали, что у вас доступно новые задания, ну типа новое задание, кроме говоря, вот здесь мне доступны новые какие-то задания. Вот. Сегодня мы проходить с вами снайперская группа, скрытно проникнуть на территорию базы Рейха, да? Снайпер, попробуем за снайпер играть, это DLC-шки, да? То есть у нас с вами тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь еще DLC-шек, грубо говоря. Вот, две вот эти первые мы уже с вами прошли. Сегодня посмотрим, что такое за DLC-снайпер и, наверное, башню еще, да, скорее всего. Бросьте вызов башни виртуального симулятора поля боя в мире метро. Именно лучших рейнджеров попадают в списке лидеров. Ну вот, посмотрим, короче, по любому счету, либо это посмотрим сейчас, либо две краски вот эти DLC-шки посмотрим. Поэтому, Саша, поудобнее, давай плетик обязательно, пройдите тут кушать, принеси пить кофе или птиады, придавай в рассмотр, а мы, собственно, продолжаем проходить DLC. Если не видел прошлой серии, ссылка постоянно находится на плейлист, по моему положению данной игры, подсказочка чуть ниже в описании, или вверху справа, там будет такой ружечек беленький с восклицательным знаком, нажимаешь, либо чуть ниже в описании спускаешь, там будет прикреплен видос с прошлой серии и плейлист с полным положением данной игры. Вот, а так, собственно, при этом просмотром мы... Продолжаем проходить DLC. Так, здесь обычный режим. Нормально. Очередная вылазка к фашистам. Я должен зачистить вражескую базу и пробраться на станцию Черная. Со мной отправился один из наших разведчиков, но у него своя задача, а у меня своя. Ладно. Ну что, мы считай на месте. Стрелок, ты говоришь, что надо. Вот сейчас и покажешь класс. Хотя с такой пушкой, как у тебя, это несложно. Жаль, одна она у нас. Я бы тоже с такой пару гадов шлепнул. Ну да ладно, ты и сам справишься. Так, что у нас тут? Дозин называется снайперы. Вот черт, чуть не попались. Ладно, хрен с ним. Мы на позиции. Ну, к делу. Наша главная цель – пробраться на станцию Черная. Тебе нужно будет перебить всех на внешнем периметре, а затем пробраться в здание. Угу. Пока ты будешь разбираться с охраной внутри, я зайду с другой стороны и выполню свою задачу. Как закончишь, встретимся на входе на станцию. Думаю, первым делом надо очистить крышу и вышки, а потом уже перещелкать патрули. Что у нас по заданию тут? Ну, здесь вроде больше никого так и не вижу, знаете ли. Дай-ка я яркость побольше сделаю, это что? О, так получше, как будто бы, да? Да, как будто получше. Ну здесь вроде всех. Здесь вроде больше никого так и нету. Прикольно. Вон там один? Или их там несколько? Так, здесь закончили.
Что творю, знаю, что творю. На соседнее здание. Погнали. Там как раз трос провешен. По нему и переберешься. А я пока на другую сторону. Как закончишь с периметром на своей стороне, заходи. Ну ладно. Чисто наверняка до хрена и больше. Так что ты варишься, не развивайся. Давай, не пуха. Скоро наши будут. А черт его знает. Куда им спешить? Как это куда? Буря скоро. Ты меня знаешь, я нутром чую. Чует он. Если чуешь, чего про наших спрашиваешь? Иди ты нахрен, умник. Пошли по местам. Слушаюсь, ваше благородие. Ну, здесь, смотри, фильтр не нужно покупать, и все, он есть. Да. Проебали? Да. Какого хуя? Ладно. Подожди, для чего нам сюда дают идти? Пошли сначала там наверху, надо решить вопрос. Так, я вижу внизу, вон, раз, два, три их. Один вон там вот. И один вон ходит. Все, минус он. Так, здесь же никого вроде, да, здесь никого. Так, внизу ходят челики. Угу. Остались только двое внизу, да, вроде? Не, это их трое же было. Раз, а вот два. Блять, серьезно, нахуй? И вот ластового вот. Все, теперь можем вниз идти.
Куда он дальше-то, блядь? Что? А, вон лестница, вижу, все. Хотя можно было даже не трогать, можно было просто так взять. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Вот так сделать просто и все. Здесь же никого. Здесь вроде никого не должно быть. Бля, интересно. Блять. Да. Да, типа, фильтр быстро тратился, ну понятно. Ну, вроде все, нет. Куда нам теперь, подожди? Войти в здание. Какое, блядь? Наверное, вот сюда. Поехали. Свой халфик делается. Красные на гидростанцию прорвались. Вроде шпионы их его взяли. Вешать собирались. Это не суки целую роту пошли выручать. Как тут? Пока наши прочухали, не шпиона своего забрали и в катакомбы. Паукам? Ну, бараны. Недаром Фюрер говорит, что красные недочеловеки все. От пауков возврата нет. А, это та самая локация, помните? Мы здесь были тоже. Ну, те и рванули куда-то. Откуда же узнать, что там в катакомбах пауки? Ну, туда и мне, людям, и дорога. Ха. Спасибо, парад. Не за что. Я здесь еще пробегал, помню. Пойду проверю, что там у Алекса творится. Давай. Надо думать. Я тут еще пробегал, да, по улицам. Да. Ну, как будто все, 2033 дух заделалось, как будто бы. Эта хуйня не, видишь, не тушится. Чё нового, Алекс? Да ничего, гроза близко. Связи нет ни с базой, ни с кем. Помехи, уши отвалят. Поднимаемся мы с тобой. Да какие тут дела в этой заднице? Да не тут, а вообще. Война вроде. А, ну так с красными опять за мост податься будем.
Бля, опять спалили. Хорошо, я понял. Давай смотреть, хорошо. У нас здесь с тобой есть челики. Вот чел сидит. Вот чел сидит. Все, сосало моментально. И он того мы ебашим. Все. Дальше у нас здесь. Там двое. Там двое. И здесь один. Ну и за это один стоишь, мальчик. Не, ее не сломать никак. Так, те разошлись. Хорошо. Того мы ёбаем. Мы ёбаем этого. Все. По идее, все. А вон вон. Все, блять. О, нахуй, да? Все же. Да. Все. Здесь все. Получается, теперь нам сюда, да? Что, что тут надо сделать? Нет. Обратно, что ли, спускаться? Да, вон сюда нам. Теперь все, можем сюда спускаться мы. То, что я там, там больше никого нет, по идее. За кого-то снайпера играем, епт. Блять, опять забаговалась эта хуйня ебаная, блять. Не люблю такую тему. Поехали еще. Благо, что просто спуститься нужно. Ну, видишь, опять залагала она, то есть забаговалась. Ну, такое. Мне это чуть неприятно, но прям сильно так не мешает, когда вот так сейвы сохраняются. Сильно не мешает. А в целом, если, блин, надо было заново это все делать, но это такое. Такое, честно. Отлично. Блядь. Все получилось. Что-то пугаешь. Ну и сейчас они у нас юшкой умоются. За мной. Диверсант пройти уровень снайперский. Так, хорошо.
Погнали, next. В принципе, не такая и сложная там была DLC-шка. Башня. Бросьте вызов башни виртуальному симулятору поля боя в мире метро. Имена лучших рейнджеров попадают в списке лидеров. Да, пробуем. Обычный режим нормально. Да, ну. Как же не вовремя меня угораздило получить ранение. Столько лет мы готовились к тому, чтобы начать наконец борьбу с последствиями войны. Мы собирали данные, ученые проводили исследования. Все, наконец, почти готово. А я вынужден сидеть, сложа руки, ждать выздоровления. Хотя у полковника, похоже, все же есть для меня задание. Иначе зачем бы ему меня вызывать? Тоже верно. D6, кстати, башня. Давай смотреть. Ну ладно, к делу. До выздоровления поступаешь в распоряжение наших ученых. Они занимаются боевым тренажером. Это мелик, что ли? Запросили содействие. Нужен опытный оперативник для обкатки, так сказать. Подробности они тебе на месте расскажут. Как из лифта выйдешь, сразу налево. Ну окей. Погнали. Ну проходи. Ну давай, капитан, выздоравливай. И помогай науке. Давай. Как нога? Лучше? Да, блин. Бузров, я Бузров. А мы что? Все сидим в этом D6, наблюдаем. Хорошо за меня. Сюда нельзя. Зона особой опасности. Ну нам сюда сказали, ладно. Поехали. Сейчас понимаю, типа арена, да, будет. Типа арена сейчас будет, скорее всего. Да. Добрый день. Уж вас заждались. Я доцент Чукотский, можно просто Чук. Руководитель проекта по разработке виртуальных боевых тренажеров. Код темы — башня. А это моя правая рука, Анастасий. Можете его звать Геком. Итак, ближе к делу. Вот, собственно, тренажер, который вам предстоит испытывать. Сказать, типа арена будет, а уверен в этом. В общем, все просто. Садитесь в кресло, надевайте очки. Да, типа сейчас арена будет. Ну ладно, погнали еще. Капитан, садитесь в кресло. Мне кажется, все хорошо. Попробуйте подвигаться, повертеть головой. Итак, щит, это такой, стартовая, блядь, комната. В ней можно выбрать вооружение. YXZ? Пройдите к стойке и возьмите оружие. Алло. Так, кажется, теперь все хорошо. И мы уже подготовили задание. Капитан, в следующем испытании вам надо будет продержаться определенное время. Думаю, это будет интересно. Ну что ж, капитан, приступайте. Подойдите к описанию задания и активируйте его. Так как сейчас мы проводим испытания в условиях, приближенных к эксплуатационным, более подробных указаний мы дать не можем. Так что разбирайтесь, капитан. Ой, Анна, спасибо. Активируйте задание, капитан. А, во. Поехали. Типа арена сейчас, блядь. Да, типа арены, блядь. Блин, как в GTA San Andreas, блядь, перекаты делают.
Так, первая волна, ребят. Пиздец вообще. Потери! Где им патроны взять, блять, алло? Бля, иди нахуй, ёпта. А похуй, типа, да? А еще лежит, прикинь, смотри. Он еще лежит и стреляет. Ебать, чё у вас так много, слышь, блядь? Бля, это пизда. Пиздец. Сейчас было жестко. В арсенал добавлен новый образец оружия кустарного производства. Обратите внимание. Итак, вашим следующим противником будет новая форма жизни. Это хорошо. Мутант Талпа Насута Меркулоза. Или, как говорят в простонародье, Носач. Теперь вы можете выбрать одно из заданий согласно вашим предпочтениям и возможностям. А, высокий был рейтинг. Темнота. Тут, я думаю, объяснять нечего. Вся надежда на фонарь. Ну, давайте по-нормально выберем, чтобы нет.
Ой, пизда, блядь. Тварь ебаная, блядь. На, блядь. Шо, кто вообще бил, пососет у нас, блядь. На, ёпта. Блядь, что? Не попал? Бля, мальчик, иди нахуй, блядь, отсюда, пожалуйста. Улетел нахуй, да? Ты кто, блядь? Ты что такое, блядь? Да, мои нелюбимые, самое интересное. Поехали. На, ёпта. На, ёпта, давай, давай, на, ёпта. Ты чё, мразь? Давай, 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 давай. Давай, 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 кот прячется, блядь. На, ёбаный, блядь. Поехали. Охуенно. Даже мины есть точно, блядь. Чё я тварю, блядь? Они, блядь, что это, блядь? А, это те, которые эти, блядь. Такие, вот, да-да-да, вот такие, блядь. Блядь, тварь. Иди сюда, нахуй. На, ёбаный, блядь. А потом, видимо, смешку, да, будет? Да, 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 я так и думал, блядь. Патрон нету, ребят. Все. О, патроны я вижу есть. А, сука ебаная. Да, Мария, на, ёпта. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. На, ёбаная, блядь. Что, блядь, не нравится, да, нахуй? Мне тоже, блядь.
Блять, это тварь, блять. Хуй ты меня спамишь-то, блять. Просто ему похуй, видишь, он спамит просто. Просто поебать им, блять. Кристаллически, блять, на все. Блять, тварь ебаная. Это пиздец. Ну, блядь, давай ты им еще заспам хули, блядь. На, блядь, тварь. Надо было сюда дробаши чисто брать, я тебе говорю. Сюда чисто дробаши нужно было брать. А, блядь. Really так? Поехали. Сначала калаши пойдут. Давай, 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 давай. На нахуй. Ты чё? А, тебе похуй, да, на? Вообще поебательское отношение, да, тебе? Вообще, да? Ну, блядь, им похуй на огонь, на все. Вообще поебательское отношение ко всему, понимаешь, у них? Ну, в целом, да, у них, видишь, в целом похуй. Поехали. Подожди, перезаряжаюсь, блядь. Ну видишь? Ну давай, давай, да, заспай меня еще, блядь. Да тварь ты, блядь, заспай еще, да, блядь. Блядь, да уйдите нахуй, суки, суки. Просто не заспамили им похуй. Не просто спамят и все. В арсенал добавлен новый образец оружия кустарного производства. Я понял, Обратите внимание. Да, 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 я понял. Итак, вашим следующим противником будет новая форма жизни. Мутант Талпа Насута Меркулоза. Или, как говорят в простонародье, Носач. Теперь вы можете выбрать одно из заданий согласно вашим предпочтениям и возможностям. Вот так-то надо делать. Давай, темнота. Блядь. Темнота. Тут, я думаю, объяснять нечего. Вся надежда на фонарь. Понимаешь, это, блядь, ну... Поехали. На нахуй. А, похуй, да? Давай, давай, давай. Похуй, да? Похуй, да? Блять. Давай то, что за спамлю, блять. Вот, блять, что за хуйня? Почему они спамят, блять? На нахуй. Ну похуй, видишь, ему похуй вообще. Вообще поебать. Поебать, сколько у них отношение ко всему вообще, блять. Я тебе базарю. Поебать, когда отношения у них ко всему. Давай, давай. Блять, что ты нахуй будешь делать? Да, мразь, давай, блядь. Да, 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 давай, 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 давай. Хуля, похуй же. Ну да, похуй на огонь, да, вообще. Вообще похуй на пулю. Я тебя услышал, блять. Бля, вообще поебать, когда отношения у них ко всему. Вообще похуй им на все, блять. Вот почему я, блядь, не могу хотя выжить, все, блядь.
Почему ты именно просишь все в тебя выжить? На, блять. Ну да, да, блять, серьезно. На, ёпта, у меня второй такой есть. Чё? Не ожидали, ёпта, такого, да? Похуй, да? Похуй, да? Похуй вообще, им вообще поебать. Прикинь, вообще похуй на и все. Похуй на огонь или что, не пойму. А чё он не берет? Берет ебаный. Третья волна пошла, если что. Погнали, чё. Сейчас с этими, которые, блядь, орут нахуй. Вот их надо ебашить в первую очередь. Ну куда вы ползаете, блядь? Алё, нахуй. На, блядь, лови, блядь. Орёт она мне здесь. Сквозь текстуру ты будешь? Ты сквозь текстуру будешь ебашить, дура, блядь. Но вот этих ебашить, вот этих, короче, надо ебашить. Твари, блядь. Похуй ей. Да отъебись-то от меня-то нахуй, пожалуйста. А? Понял. На, ёпта. На, ёпта. Не ожидал такого, да? Не ожидал такого вообще, в принципе, да? Но я ожидал. Да, бегать просто, блядь, пока что. Передередим все. Не нравится, да, блядь? О, добрый вечер, ребята, здравствуйте. Я как раз с вами хотел поболтать. А то, масём вообще. Ну как дела? А тебе похуй вообще, да? Слышь, мразота, блядь, ты. Вообще похуизь, бля, полностью, блядь. Ну что за игра, блядь? Вот смотри, просто, блядь, тут дал нормально все. Блядь, это пизда. Я в ахуе с этой хуйни. Иди нахуй! Тварь ебана, отъебись нахуй. Бля, такие твари просто, блядь. На, блядь, ловите, блядь. Посидите, блядь, там, спокойненько. Сука, вам нужно, блядь. Так, на втором вообще нихуя. Заебись. Бля, мразота, сейчас не отъебешься, блядь. Подожди, блядь, да иди ты нахуй отсюда. У меня нет хпшек. Заебись. Вот она, блядь. На, блядь. Что будет на следующий, я хую знать, ребята. Честно вам скажу, я реально не знаю, не шарю, что next будет. Просто пиздец полный, блять. А у меня аптек вообще нет, там интересно, пизда там. С ними-то я аптек не иметь, заебись. Но ты похуись или что, тебе похуй на патроны, блять, да? Но я вижу, тебе похуй на патроны, да? И с ними нет, с ними только с дробашом, блять, забейте вообще.
Какая мразь это сделала? Где она, блядь? А вон она, вижу, ползает. Поехали. На, блядь. Бжбан нахуй. Мразота, блядь. Да куда ты лезешь, блядь? Ну, вон, блядь, смотри, гнида. Ладно. Ну, ладно. Давай, пошли. Такая тварь еще. Да, вот самое видно, когда не попадаешь. Бля, где мразь? Сид. На, ёпта. Лови бибу, блядь. Что, обидно, да? Давай, пошел, блядь. Давай, 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 давай. Это пройден нормально. Пиздец, блядь, что вы сделали? Это, ребят, это сложность нормальная, это что? Нормальная, то есть средняя. Знаешь, это сложность была нормальная. Так у меня всегда все в порядке, тут проверять нечего. Да ну. Просто а пиздец. А кто в прошлый раз 50 минут вместо 5 выставил? Забыл? Проверю. Таймер в порядке. И что у нас сейчас будет? Носачи? А вы серьезно? То есть мне надо все эти 3 уровня пройти? Для дальнего, мне нужно для ближнего. Мне, подожди, мне нужно все 3 уровня пройти, хочешь сказать? Орда, противников будет немного, а очень много. Очень, очень, очень много. Может, нахуй это DLC, блядь, тогда? Ну, именно вот это вот задание, нахуй, может быть, типа... Ну... Просто, блядь, именно. Я тут, блядь, в нормальный рейтинг не мог, еле-еле прошел, блядь. А здесь надо, блядь, орду еще, блядь. Вы еще ебанутые, блядь. А потом еще вон, особенность огромная зона, блядь, ну. Не все 3 задание, да, нужно пройти. Список лидеров. У меня здесь нет, ну понятно, блядь. 8-4-7, блядь. Ебать, тут задротили, смотри. Жесть. Ну хорошо, давай, мы это с тобой посмотрели. Ну типа, это обычная арена, так понимаю, для, типа для онлайна, видишь, здесь список лидеров есть, тупо, типа, ну. Это мы с тобой посмотрели, типа, окей. Не знаю, не вижу смысла задротить здесь, потому что это чисто вот, ну, арена обычная. То есть заходишь, чтобы вот здесь в списке лидера быть, видите, топ игроков, видите, чтобы вот так быть. Короче, чисто, блядь, арена обычная, окей. Не вижу смысла здесь задротить, поэтому спасибо за просмотр, как серия Каблот, все, увидимся в следующих сериях. По следующей серии мы с вами пройдем уже другой DLC, как раз таки посмотрим, да. Не вижу смысла проходить этот DLC реально, ну, типа, в чем смысл, не вижу. Вот, сюжетки здесь особо нет, просто обычная арена. Вот, если не прав, напишите в комментариях, окей, пройдем, но смысла никого особо не вижу. Спасибо за все, такая серия Клоп, и все, ребят, еще раз повторюсь, да, увидимся в следующих сериях. Давайте.